Здравствуйте, с вами Роман Белоснежный, и в этом уроке поговорим о футболках с принтом. Сейчас очень актуальны футболки с интеллектуальным принтом, то есть этот принт на футболках должен для вас что-то обозначать. Это не просто там Sailor Moon, Кот Леопольд, ну погоди, там, не знаю, Покемон или что-то еще. Он должен быть идейный. Чаще всего футболки с принтом носятся с кожаными куртками, и мне кажется, это самое актуальное сочетание. Если вы его еще не попробовали, то попробуйте. Не стоит футболки носить связанными крупными кардиганами и массивными вещами, потому что выглядит тускло, неинтересно и глупо. Экспериментируйте, и я уверен, вы найдете свой стиль. С вами был Роман Белоснежный, и до встречи в следующих уроках.